Привет, мои дорогие! Сегодня поговорим о нашумевшей новиночке. Это бустер и как им правильно пользоваться. Так же, как сыворотка или нет, как его правильно мешать с кремом и какой подобрать бустер. Энергетический, питательный или еще есть восстанавливающий. А об этом поговорим в видео. Пусть хоть кто-то скажет, что хочет стареть быстро. Я думаю, что таких девушек нет, и сейчас развитие косметологии, косметической индустрии, кремов, уходовых средств такое быстрое, да, что просто не успеваешь за всеми этими терминами, которые появляются. И вот у нас в следующем каталоге запускаются бустеры. Да, где-то я слышала в каком-то профессиональном уходе, но бустеры у нас, и что это такое? Это сыворотка? Нет, это не сыворотка, это да. Вот сыворотка и бустер – это средства, которые усиливают ваши крема, косметические средства, уход. Но это принципиально другое. Есть различия. Как мы работали с сывороткой? Сыворотку мы наносим под крем, под ваш любимый крем. А бустер – это средство, которое перемешивается с кремом. То есть, как мы его используем? То есть, две капельки вашего крема обычного, и сверху мы также наносим две капельки, одну-две, раз-два, бустера. Бустер усиливает действие эффекта. Мы сейчас разберем, что в него входит. Пока я рассказываю саму технику, как наносится. Дальше мы перемешиваем очень хорошо и потом наносим этот бустер. Не переживайте, он настолько, крем становится легкий, он впитывается мгновенно, и кожа, она просто фантастическая. Я наношу на руки, потому что, в принципе, руки выдают наш возраст, и им тоже нужен уход. На тест компания мне выслала два бустера. Это энергетический бустер и питательные бустеры. Два разных бустера. И даже я не знала, как они наносятся. Думаю, ой, как, наверное, как сыворотка. С одной стороны, нанесла вот этот бустер энергетический, второй нанесла питательный. И я сразу попробовала, почувствовала. Ой, все. У меня, кстати, вообще впиталось, как в сухую землю, как в себя. Потрясающе. И если посмотреть два бустера, то он имеет такую маслянистую текстуру, кажется, как будто вы наносите, вот у меня сразу ощущение маслечка, такое подсолнечное масло. Пахнет, ну, такое мягенькое. И что интересно, что оно настолько быстро впитывается, и кожа становится мягкой, но это не наносится непосредственно на руку, да, как раньше сыворотка, то есть добавляется именно в крем. Давайте же посмотрим состав бустера. Бустер несколько раз усиливает эффективность уходовых средств за кожей лица. Решает проблемы, возникающие здесь и сейчас. Это сухость, тусклость, воспаление, забитые поры. Но в отличие от сыворотки, он добавляется в крем. И он работает меньше, чем за 5 секунд, быстренько перемешали, нанесли, и эффективность идет усиление. Пипетка позволяет дозировать и очень экономно использовать этот продукт. Во-первых, входит в нее черная смородина, богатая витамином С, которая увлажняет кожу и заряжает ее энергией. Моя любимая черешня, которую я сейчас ем килограммами каждый день. Она содержит альфа-гидрокислоты. AHA-кислоты, которые стимулируют обновление наших клеточек. И это концентрированная формула для тусклой, уставшей кожи, которая возвращает ей свежий вид сияния. И да, это проверено. Кроме того, в этом средстве содержится очень известный компонент ниацинамид, который предотвращает пигментацию и возвращает коже сияние клеток. В общем, это бомбический продукт, и он настолько легкий, тончайший, он совершенно не утяжеляет кожу, он даже, мне кажется, матирует кожу. И что я заметила, что моя кожа, она не жирнится так быстро, то есть вот этот жирный блеск не появляется. Почему? Часто бывает такое мнение, бытует такое мнение, чем больше у вас жирного блеска, тем, значит, у вас
Плохо увлажнена кожа. А вы слышали о таком? А вообще черешня – это кладезь витаминов, и далеко не каждый крем может похвастаться таким богатым содержанием витаминов. А в черешне содержатся витамины А, В1, В2, С, П, ПП, цинк, марганец, железо, фосфор, калий, йод, хром, кремний. В ней много антиоксидантов, предотвращающих старение кожи. А благодаря пектинам, ферментам и фруктовым кислотам ее плоды обладают легким отбеливающим, отшелушивающим действием, уменьшают жирность кожи и регулируют работу сальных желез. А ниацинамид в косметике используется с определенной целью. Он эффективно борется с морщинами, выравнивает кожу и улучшает ее эластичность. Кроме того, применение ниацинамида уже всем известно, что восстанавливает вашу кожу и уровень увлажненности. То есть вообще потрясающая, потрясающая находка для жирно-комбинированной кожи. Следующий бустер – это питательный. Чем он отличается? Он также идет для всех типов кожи, не только для сухой. И я думаю, что его лучше использовать уже под ночной крем. Какие компоненты? Во-первых, это масло шиповника, которое позволяет клетки кожи наполнить их витаминным зарядом, укрепляет структуру и защищает их от внешних факторов. Масло канолы в основном применяется для сухой чувствительной кожи. Оно обладает противовоспалительным эффектом, что тоже важно для жирной кожи. И выравниваются мелкие морщинки и укрепляется кожа. Рыжиковое масло. Слышали о таком? Так вот, оно обладает незаменимыми жирными кислотами, которые восстанавливают кожу. А особенность рыжикового масла в том, что оно быстро и глубоко проникает в кожу и усиливает эффект увлажнения, питания и укрепления, укрепления капилляров сосудов. Ну а витамин Е – известнейший увлажнитель кожи. Такой вот волшебный кладезь витаминов. Более подробнее об этом составе, также о третьем бустере, читайте на моем командном сайте oreoffice.ru. Оставлю ссылки ниже. Эти бустеры мы можем миксовать. То есть смотрите, раз эффект, два эффект. Да, три эффект под любой крем. Это что-то такое вау, ноу-хау. Мне нравится ощущение. Вот два дня я использую, обалденные. Правда, я использовала только один бустер. Я думала, что если это питательный бустер, то для моей кожи не подходит. Больше разобравшись в составе, я поняла, что это просто разные компоненты и подходит для всех типов кожи. Но о третьем бустере я вам расскажу в следующем каталоге. А вы пользовались бустером? Каким? Энергетическим, восстанавливающим и питательным? Обязательно пишите в комментариях и будьте красивы, будьте счастливы. Пока-пока!